Доброе утро моим друзьям. С воскресеньем, с наступившим Новым годом по старому стилю. Деревня Новое Поле под Минском. Идет снежок, мягкая погода зимняя. Опять потепление. Вчера ночью скрипел снег, сегодня мягко продавливается. Идет плюс. Тишина, покой. Надо идти в мастерскую, продолжать трудиться. Воды надо взять на кофе. Вырубали ветки, все поосталось. Но хоть так и то хорошо. Это общежитие колледжа. Агроэкономический колледж. Парк. Красиво здесь. Тихо, спокойно. Море машин стоит. Снежок. Занесло все. Машину можно не закрывать. Никто не лазит. Ну, двери открываются, все нормально. Всем добра, хорошего выходного.